Вчерашний день для ульяновцев ознаменовался приездом главы государства Владимира Путина. Президент посетил главную площадку проведения 7-го международного спортивного форума «Россия. Спортивная держава». Самолет Ил-96-300, в котором находился президент России, приземлился в аэропорту Ульяновск-Боратаевка. Сразу после приземления верховный главнокомандующий отправился прямиком в Волга-спорт-арену. К этому времени на площадке началось пленарное заседание физической культуры и спорт. Новые задачи развития. Политики, олимпийские чемпионы и общественные деятели собрались обсудить приоритеты и векторы развития российского спорта и физической культуры населения. Федеральные гости мероприятия рассказали о своих программах и представили проекты. С докладами выступили министр спорта России Павел Колобков и зампред федерального правительства Ольга Голодец. Владимир Путин прибыл к концу пленарки и первым делом поприветствовал участников, отметив, что в этом году форум посвящен перспективным вопросам развития физической культуры и спорта. Ведь приобщение к активному и здоровому образу жизни – неоценимый вклад в будущее поколение граждан. Вопросы физической культуры и спорта входят в число безусловных приоритетов. Мы продвигаем в обществе, среди граждан, причем граждан всех поколений, особенно среди молодежи, ценности здорового и активного образа жизни. Вплетение спортивных ценностей в геном сограждан уже началось. Авторитетные спортсмены-олимпийцы работают над федеральными программами. Например, Владимир Сальников, многократный чемпион мира, предложил научить плавать всех школьников. Все для здоровья и безопасности маленьких россиян. Плавание начинается с начального обучения. И так как он является исключительно, действительно, как вид спорта, который дает жизненно важный навык, значит, хотелось бы, чтобы он вошел и в систему образования. Несмотря на обсуждение спортивных вопросов федерального масштаба, президент не забыл о красочных площадках форума. После пленарного заседания губернатор Сергей Морозов показал главе государства лучшие экспонаты спортивной державы. В том числе президент осмотрел стенд спортивной формы для единоборств, производимый в Ульяновской области. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.